Добрый день! Представляем вашему вниманию перистальтический насос дозатором ДП-200М. Особенность данной модели в том, что мы увеличили производительность в два раза за счет установленной второй дозирующей головки УЗ-35, что обеспечивает дозировку до 22 литров в минуту. Теперь стало возможным производить дозировку одновременно через два сопла, что обеспечивает две дозы одновременно. МДП-200М предназначен для дозирования различных жидкостей фармацевтического, пищевого и химического назначения и соответствует всем нормам и стандартам GMP. Давайте посмотрим его в работе. К сожалению, на наших флаконах это максимальная скорость дозирования, он разлил за 4,5 секунды. Быстрее, к сожалению, просто выплескивает дозу. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.